Я Абылкасимов Абылайхан Аделевич. С 2013 по 2021 год я обучался в художественной школе города Павлодар. Сейчас я нахожусь в ВАЗу скульптуры, которая является моей дипломной работой под названием «Маленький художник». В данный момент я студент первого курса Алматинского колледжа Академии искусств имени Жургенова, обладатель гранта по специальности скульптура. Посвящаю себя рисованию, лепке из пластилина, а также занимаюсь компьютерной графикой. Люблю свой родной город Павлодар. В будущем мечтаю, чтобы он был красивым, развитым, приложить все усилия для его развития, чтобы на всех улицах были красивые скульптуры, которые притягивали туристов с разных городов.